Добрым утром, друзья! В кадре Юрий. Снова рыбалочка. Сегодня 3 декабря, суббота. Есть небольшой минус. Блин, как видите, вот озеро, часть замерзла, которая помельче. Остальное все свободно. Но есть один момент, что встречный ветер. На другую сторону переезжать не хочу, хотя оттуда было бы намного комфортней бросать. Проедусь, попробую здесь что-то поймать. Если нет, то заеду на Десну. С собой вот есть еще лайтовый комплект. Взял, и будет видно. Поэтому я уже собрался. Сейчас выпиваю чашечку чая и гоню. Буду пробовать в основном на силикон. А там уже, что будет дальше, буду показывать. До прямого включения. Вот, друзья, лед. Чисто ради прикола. Места тут летние были. А я попробую сейчас рядом со льдом сделать пару забросов. Может быть, мало ли, что-то будет. Против ветра, конечно, особо не летит. Но что поделать. Посмотрим. Пару раз закину, поеду на местеки, которые глубже, чем этот. Вот на первом забросе рыбки нету. Ну, а сейчас попробуем. Попробуем еще. Блин, замечаю, что основная часть рыбалок происходит всегда, когда максимально неблагоприятные условия. Но тем не менее, нам, рыбакам, получается все-таки что-то поймать. Ну или как повезет. Сегодня я вообще ни на что не рассчитываю, поэтому как будет. Друзья, смотрите, интересная картина. Чей-то кукан и щука на нем. Естественно, я такое, блин, оставить не могу. И сейчас рыбку мы вот отпустим. Вот, щучка небольшая. Освободим ее с кукана, вот как вы видите. Вот. Давай, вот, смотрите. Давай, если ты поплывешь, конечно. Ты замученная уже. Ну, она лежит, думаю. Думаю, что будет все хорошо. А это чудо мы отправим сюда. То ли кто-то забыл, непонятно. Ну, щуки не... А, щука стоит. Но она шевелилась, думаю, что придет, может, в себя. Посмотрим. Бывает такое. Ну, говорю, бывает. Первый раз такое вижу. Ну, пускай. Удар был. Сука. Ребята, сход. Вот. Капитально. Ну, даже не знаю, щука или окунь. Очень луснул хорошо. Вот.
Друзья, переехал на Десну. На озере был я, еще один рыбак с другой стороны, не знаю, что у него было. У меня был один сход вроде бы щуки, и в одном окуневом месте была четкая поклевка и сход. Поэтому вот лугом переехал сюда, и на Десне сейчас попробую на щучьих местах что-то поймать. Ультралайт и лайт, силикон, пассивная активная приманка. Все, может быть от одной, посмотрим. Поэтому по кустам сейчас буду здесь. Вот первый заброс, я тут когда-то ловил окуня, попадались, но это было когда-то. Ямка тут была прикольная. Знаю, что надо двигаться дальше, это так зашел здесь проверить точку, потому что чаще всего, ну лично у меня, когда я ультралайтом ловил, то поклевки все были вблизи берега. Даже зимой на балансир. Судачка тут не будет точно. Да, заросли конкретные тут. Вот это местечко, чуть-чуть воды поднялось, но не совсем критично. Посмотрим сейчас, что тут будет, на лайт или на ультралайт, чисто ради интереса. Друзья, переехал чуть в другие места. Есть вот где спрятаться от ветра. Лебеди рядом. Ну, весной я тут как-то находил окушка. Я уже ранее вам как-то рассказывал. Но в последнее время, когда холода, то его тут нету. Чуть-чуть больше уровень воды, есть течение, начинается снег. На Десне пока поклевок у меня не было, нечего вам сказать. Ну, пока пробую дальше. Хочу обловить некоторые тут точки. А вдруг получится найти. Вот, друзья, еще одна точка. Дальше на Десне так и нету ни одной поклевки, ни на ультралайт, ни на лайт. Озера стоят во льду. Была рыба, елки-палки. И не понимаю, что щука срезала. Охренеть, блин. На лайт капитальная была рыба. Не знаю, что произошло, но что-то произошло. Блин. Перед перекатом что-то стояло и... Блин. Ладно. Друзья, я уже заканчиваю рыбалку. Собран. По итогу, что получилось? На озере было... два хороших схода, и на Десне был один какой-то крокодил, не знаю. Срез был не флюра, типа как щукой, а на ракушке.
сходу просто. Там такой нормальный был бугор, и на бугор попал шнур, все, рыбка ушла. Так что вот так. Получается, что ничего не поймал, но поклевки видел. Это все происходило 3 декабря, как раз вот в небольшой мороз. Маленькие озера уже стоят во льду, но то озеро, где я был, более глубокие участки свободны. Поэтому вот так вот и получилось. Все, я двигаю домой. А вы ждите новых видосов. Поэтому всего доброго вам и до свидания.